Празднование Дня города завершилось на центральной площади Семея. Здесь вниманию семичан и гостей города была представлена красочная концертная программа с участием приглашенных звезд отечественной эстрады и местных творческих коллективов. Также в ходе мероприятия состоялось награждение жителей Семея, внесших вклад в развитие города. Завершился праздник традиционным фейерверком. К этому дню город готовился по-особенному. Красиво украшенная площадь, отличная погода и хорошее настроение способствовали общей атмосфере праздника. На центральную площадь пришли взрослые и дети, а также старожилы Семея и гости города. Их вниманию были предложены выступления популярных казахстанских артистов эстрады, а также вокальные и танцевальные номера местных творческих коллективов. Каждое выступление зрители тепло встречали громкими аплодисментами. Поздравляю всех семичан с замечательным днем города. Желаю всем здоровья, счастья, успехов во всем. Я сама семичанка, всю жизнь прожила в этом городе. И желаю всем всего доброго, мира, дружбы и любви. Поздравляю всех семичане с таким праздником. У нас день рождения. Желаю, чтобы все в вашем доме было хорошо, чтобы все были счастливы, здоровы. Поздравляю всех горожан с этим праздником. Желаю им здоровья, счастья, радости. Конечно же, любой город славен своими людьми, и Семей не исключение. Сегодня среди нас много тех, кто своим ежедневным трудом вносит посильный вклад в развитие родного города. И вполне справедливо, что именно в День города аким Семей Ермак Салимов наградил лучших представителей различных сфер жизнедеятельности, вручив им специальные дипломы. Так, лучшей спортсменкой Семея стала мастер спорта международного класса легкоатлетка Надежда Дубовицкая, которая с честью представляет город и нашу страну на мировых аренах. Хочу сказать спасибо огромное моему городу, акимату, за то, что действительно призвана я лучшая спортсменка года. Хочу поздравить, конечно, наш город с этим замечательным праздником. Хочу, чтобы он дальше процветал, становил только все лучше, краше, продуктивнее. И спасибо большое. День города прошел в праздничной атмосфере. Семичане и гости города по достоинству оценили концертную программу, во время которой прозвучали популярные и патриотические произведения. Завершилось мероприятие традиционным праздничным фейерверком. Самат Секенов, Гульнас Каукен, Галымжан Серикулы и Ильжан Макзумов, телеканал «Семей».